Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Герман Громов, и как вы уже поняли, мы снова готовы разыграть игровой девайс, ну и на этот раз компания Asus подарила нам игровую мышку Cerberus, которая станет твоей. Для того, чтобы понять, что мышка действительно очень классная, я протестировал ее на игровом ноутбуке из серии Republic of Gamers Asus G752. Asus Cerberus цепляет своей простотой, но и также геймерскими характеристиками. Данная мышь оснащена у нас 6 активными кнопками. Это DPI, при помощи которого меняется сенса, а также и цвет, что немаловажно. Также это скролл, 2 боковые кнопки, LKM, PKM. Но также у данного девайса очень приятная поверхность матовая, 2 боковые мягкие вставочки, что послужит комфортному употреблению данного девайса. Подводя итоги, хотелось бы сказать, что мышка действительно очень классная, я оставил бы ее себе, но вынужден разыграть, поэтому делай репост данного видео до 19 декабря, и после 19 мы выберем победителя в прямом эфире. С вами был Герман Громов, пока!